Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Это видеокурс, посвященный редактору Brackets. Наверняка многие из вас пользовались редактором Notepad++ и знаете, что в нем есть очень удобная функция, которая позволяет нам два раза нажать на какое-то слово. Давайте вот попробуем. И мы видим, что в документе подсвечиваются все такие же совпадения. Это очень удобно. И я долго думал, почему же этой функции нету в редакторе Brackets, но однажды нашел решение. Если вам тоже нравится эта функция и вы хотите, чтобы она была в вашем редакторе, то вы можете установить плагин, который называется Quick Search. Вот данный плагин. Давайте установим его. И проверим, как он работает. Теперь мы видим, что при выделении определенного слова подсвечиваются все его вхождения. И это очень удобная функция. Работает она отлично во всем документе. Так что, если вам был данный плагин полезен, пользуйтесь на здоровье. И до новых встреч в следующем видео. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео. Спасибо за внимание и до новых встреч в следующих видеоуроках.